команды «Ангел Сибири» Дмитрий Баженов. Дмитрий Олегович, на лед вышло 3 неполных пятерки. Ожидается ли пополнение? Да, ожидается. Ребята сейчас на вторник должны приехать. Это посмотрим. Тимофей Смирнов. В чем вас превзошел соперник? В скорости, в мышлении и в быстрости передачах, и в силе. У нас никто не хотел работать, все думали за себя, все отнесли, все хотели забить. Пожалуйста. Иванов Мирон Игоревич. Сумели ли вы восстановиться ко второй игре? Да.